Слышишь, здорово, братан. Брайан, ты дебил? Нет, Дэнни. Я летний монстр. Это точно. Второй сезон тупых бравлеров. Пожалуйста, купите нового бравлера, которого зовут Сёрдж. Он такой крутой, купите его. Этот бравлер — ребенок Джина и Джесси. Поэтому после того, как его атака достигает врага, она разлетается по другим. Это точно, а его ульта реально жесткая. Каждый раз, когда он использует ульту, он становится жестче, а его стиль атаки изменяется. Но если тебя убьют, ты теряешь все свои усиления, так что не сдыхай. Чтобы высосать с вас еще деньги, у нас есть для вас эксклюзивные скины. Раньше был один, теперь их два. Первый высасывающий скин — это супер дальность Брок и механика паладин Сурч. Также еще одно изменение, о котором вы нас не просили. Теперь вы можете забирать награды не по очередности. Да ладно! Второй сезон «Тупых монстров» начнется 6 июля и продлится 10 недель. Смотри, Брайан, если у меня есть 10 тысяч рублей, что я могу с ними сделать? Это слишком много денег, и вот как тебе нужно их потратить. В этом сезоне у нас есть скины из чистого серебра и из чистого золота для тех, кто хочет потратить свои денежки. Серебряный скин будет стоить 1000 рублей, а золотой будет стоить 2500 рублей. Но чтобы купить золотой, вам нужно сначала купить серебряный. А чтобы иметь возможность купить его, вам для начала нужно пойти на работу. Мы монстры, но где же все монстры? В июле выходит мега-пчела-пук. Король крабов Тик. Он съел так много крабов, что сам стал крабом. И бомжиха Макс. Монстры не были бы монстрами без нового режима. Представляю вам беспорядки в супергороде. Вы, ребята, давно просили такой режим, когда нужно сражаться против искусственного интеллекта или компьютера. Так что теперь у нас есть такой режим, где три игрока дерутся против одного босса. И этот монстр — большая тварь, которая хочет вас сожрать. Вы должны остановить его, уничтожить, убить всеми возможными способами. Кстати, лучший способ — это задонатить на нового бравлера. Прежде чем монстр вас уничтожит, мы тестируем новую карту, которая называется «Барьер с двух сторон». Это круто, потому что вы можете стрелять через него, но не можете пройти через него. Также горячая зона остается. Вы не просили, мы сделали. Горячая зона будет обновляться и попадать в ежедневные квесты. И у нас есть еще больше смайлов, и смайлы будут доступны в бою после обновления. А также путь славы был увеличен до 50 тысяч кубков. Мы уже ждем не дождемся монстров, и так как вы досмотрели видео до конца, мы вам расскажем кое-что невероятно крутое. Ворон и Белый Ворон получают ремодель. И не забудьте подписаться на YouTube канал Велирити, чтобы не пропускать крутые видосы, которые сможете найти только там. Повелись, лол. Они повелись, мы просто какую-то фигню говорим, а они просто повелись, теперь будут донатить нам. Капец просто. Блин, мы походу еще в эфире. Выключай. Надеюсь, тебе понравился Brawl Talk в гоблинском переводе. Если да, то обязательно поставь лайк и поделись этим видео с друзьями, думаю, им тоже будет интересно. Но на самом деле обновление реально прикольное. Выйдет новый хроматический бравлер Surge. Также выйдет новый мод, где нужно будет успеть убить монстра перед тем, как он уничтожит город. И самое крутое, то что я уже давно хотел, о чем я говорил 1000 раз. Наконец-таки продлят путь славы. Теперь есть смысл апать кубки. Одним словом, обновление просто то. Будем ждать, 7 июля уже выйдет. Также, ребята, посмотрите рэп батл. Меня зовут Легендарка, меня знает даже твоя мамка. Ты ничтожество, ты программка, твоя пипа как обезьянка.